Я начал обучаться медицине изначально, а потом я открыл для себя, что можно прекрасно лечиться вином, и начал лечиться французским парадоксом, если вы знаете, что это такое. Это прекрасная пища духовная, пища культурная, она улучшает настроение, приносит счастье, и оказывается, что в сумме она лечит не хуже, чем медикамент. Да, я каждый день пью вино, но мне 55 лет, а мне этого не скажешь. Поэтому я считаю, что мое состояние физическое свидетельствует о том, что это правда неплохое лекарство. Я начал работать, когда мне было 23 года, я был довольно молод, я просто попросил своего отца, у нас вся семья так или иначе работает в вине, попросил, чтобы он мне организовал стажировку в Клофорте. После того, как было произведено при моем участии первое вино, я испытал чувство, что да, это то, чем я хочу заниматься в своей жизни. Вино – это всегда то, чем хочется делиться с окружающими, с друзьями, то, что приглашает к общению. И мне очень нравится это в моей работе, потому что, да, я создал вино, я его открыл, и мне захотелось поделиться им с окружающим. Это был Шато Маржос, урожай 1990 года, это был очень удачный урожай в Бордо, и вино получилось замечательное. Я бы сказал, что это был первый, главный мой коммерческий успех этой марки Шато Маржос. Моя жизнь состоится из разных, многих запоминающихся моментов, но самое главное, что в течение всей своей жизни у меня есть вино, которое я продолжаю делать в течение уже более 20 лет. Это то, что меня держит, не дает улететь в облака. Я общаюсь не только со звездами, но и продолжаю изо дня в день делать свое вино. Ну, одна из самых ярких запоминающихся встреч в моей жизни была связана с приездом в 2003 году президента Путина в Шато Шеваль-Блан. И я смотрю, что эта встреча оставила след не только в истории Шато Шеваль-Блан, но и в России. Об этом говорят, знают, что Шеваль-Блан – это любимое вино президента Путина. И особенно мне запомнился тот момент, когда уже в конце нашей встречи, мы с ним проговорили где-то около часа, в конце встречи он ко мне подошел, пожал мне руку, поблагодарил и сказал: «Месье Люртон, я очень уважаю людей, которые предаются своему делу со страстью. Вы один из них». Я считаю, что у меня есть определенные перспективы в России, потому что господин Путин пригласил меня посетить юг России, сказал, что в России тоже есть винодельческий регион, и если когда-то вы соберетесь к нам приехать, то наши двери для вас всегда открыты. И второй замечательный момент был тот день, когда меня вызвал господин Арно и задал мне один короткий вопрос. Скажите, месье Люртон, готовы ли вы возглавить Шато Икем? Один из моих
проектов это как можно чаще приезжать в Россию. Мне здесь очень нравится. Я уже был 3 раза в России, мне хотелось бы бывать здесь гораздо чаще, потому что я вижу, что люди здесь интересуются винами Бордо. Исторически в России вина Бордо были очень популярны. Я хотел бы приезжать, чтобы развивать и Шато Икем, и Шато Шеваль Блан в партнерстве с такими большими домами, как дом Женесте, который организовал нам визит в Россию, и особенно в партнерстве с такими крупными импортерами уже на месте, такими как Лудинг, потому что я очень ценю то, что эта компания, во-первых, является самой крупной в России, во-вторых, она умело сочетает в себе и ресторанную направленность, и направленность по большой дистрибуции. Вот вы, правда, являетесь нашими проводниками нашей культуры в своей стране. Ну, надо понимать, что исторически и Шеваль Блан, и Икем – это исключительные вина, которые пьются в исключительных случаях. И я уверен, что в России для них есть свой потребитель. Открытие бутылки этого вина – это всегда праздник. Это люксовый продукт, и как таковой, в общем, он и стоит соответствующе. Мы стараемся быть разумными в своей ценовой политике. К сожалению, проходя вот по цепочке от производителя к конечному потребителю, особенно если речь идет о загранице, о необходимости импортировать и так далее, цена умножается, ну, на мой взгляд, наверное, не всегда сообразно. На выходе получается то, что мы имеем. Вот. Но поскольку продукт люксовый и вина действительно исключительно, я считаю, что тем не менее они того стоят и найдут своего потребителя. Всегда сложный вопрос, я разрываюсь. Иногда мы как бы считаем, что нам больше нравится то, с чем мы дольше, Шеваль Блан, а иногда нам кажется, что больше нравится то, что более современно. Знаете, мне кажется, с этими двумя шато я нашел то душевное равновесие, которое люди ищут, допустим, уходя от жены, заводя любовницу, потому что, мне кажется, я построил идеальную женщину себе, что у меня есть 2 шато, они абсолютно разные, но они удовлетворяют какие-то разные стороны моей души. И в итоге я себя чувствую очень равновешенно. Но мой как бы перфекционизм в работе, во всем, что относится к вину, он одинаково проявляется и в работе Шеваль Блан, и в работе с Икем. Поэтому в этом отношении для меня разницы нет. Там я стараюсь достичь максимального результата. Но что касается самой техники повседневной работы, то тут, конечно, это вещи, которые трудно друг с другом сравнивать. Если в течение 20 лет своей работы в Шеваль Блан я старался бороться с плесенью, излишней влагой, то в Шато Икем, наоборот, то, что позволяет делать это вино. Но до момента поздних периодов созревания винограда работа более-менее одинаковая, потому что и там нужно сделать так, чтобы вырос хороший виноград. До момента заражения винограда ботритисом в Икеме более-менее все развивается параллельно. После этого их дороги кардинально расходятся.
для Шевальблан, это, естественно, как бы всем известен урожай 47-го года. А для Икема абсолютно феноменальным остается урожай 1921 года. Но есть великое вино Шато Шевальблан 88-го года, великий Икема 67-го года. И остаются еще такие несправедливо забытые мелезимы, например, Шевальблан 71-го, Шевальблан 2001-го, которые, может быть, не очень знаменитые для вин Бордо в целом, но которые очень удались для нашего Шато Шевальблан. Точно так же, как 37-й год абсолютно был выдающимся для Шато Икем и не был таковым для всего региона. Конечно, надо поддерживать и помнить о знаменитых мелезимах, выдающихся, но нельзя также забывать и те мелезимы, которые удались у нас. Я помню, у меня был опыт дегустации потрясающего Шато 1893 года урожая. И один мой друг из Икем мне открыл бутылку 1861 года. В этот день я открыл у себя способность путешествовать во времени. Конечно, это богатый человек. Есть разные богатые люди. Я бы выделил два типа. Есть тот тип богатых людей, которые ближе к аристократии, да, которые выросли, родились в хороших семьях, которые долго шли по пути, на вершине которого они пришли к тому, чтобы открыть для себя бутылку Шевальблан. Но мы не отказываемся и от как бы другого типа наших клиентов. Это люди, которые разбогатели, возможно, сравнительно недавно, у которых нет долгой культуры приобщения к вину, но которые хотят к ней приобщиться, мы их охотно хотим видеть среди своих клиентов. Мы исходим из той точки зрения, что даже вот этот второй тип наших клиентов, которые решили купить бутылку Шевальблан, показать всем, что они что-то в этом понимают, они очень быстро смогут приобщиться и по достоинству оценить наши вина. Вы знаете, я получаю, наверное, не меньше удовольствия от работы со своим собственным большим Шато Маржос. Я люблю туда возвращаться, там работать. Получаю от этого не меньше удовольствия, чем от работы с двумя Гран-Крю. Но там мои корни, там я родился, там я вырос. Конечно, они имеют не такую же оценку, и в том числе ценовую, Шато Икем и Шевальблан. Ну, тем не менее, это очень хорошее, качественное, с душой сделанное вино, виноград, которое растет на прекрасном терруаре. Люди, которые над ним работают, они все прекрасные специалисты. И, в общем, я считаю, что это, правда, хороший, качественный продукт. И, насколько я могу судить, вообще существует, наверное, в России, и не только в России, определенный дефицит на такие промежуточные вина, которые бы находились где-то посередине между Гран-Крю, которые часто стоят неоправданно дорого, и недорогими винами на каждый день, которые можно найти на полке супермаркета. Я думаю, что мое вино могло бы занять вот эту вот промежуточную нишу, которая мне сейчас кажется достаточно вакантной. Я надеюсь, что возможность экспортировать их в Россию даст мне повод чаще сюда приезжать.